В русской горнолыжной школе прошли первые соревнования. Параллельный гигант, слалом, скейтборд, кросс. Участники соревновались по двум трассам – синяя и красная. Победители проходят в следующий этап. Так, по олимпийской системе специалисты выбирают лучшего сноубордиста. Этот, скажем так, новый вид соревнований, пока он опробуется, еще, как говорится, шлифуется, но имеет, как говорится, ну, все предпосылки, что это будет хороший вид соревнований. Сейчас проводятся чемпионаты мира по параллельному гиганту. Ну и, естественно, параллельно слалом, он уже олимпийский вид спорта. РГШ – одна из первых в стране, кто сделал специализированную трассу под эти виды спорта. Это внутришкольные состязания начала сезона. Соревнуются несколько возрастных групп, около 100 человек. Ребята от 8 лет. За сезон обычно проходит до 6 соревнований, но из-за пандемии количество сократилось. Цель соревнований – повысить свою квалификацию и получить разряды.